Как добиться получения алиментов, если отец ребенка не работает? И можно ли пересмотреть закон о начислении пенсии для солдат-срочников? Ответы на самые разнообразные вопросы ульяновцы смогли получить от заместителя начальника Государственного юридического бюро Александра Пилюкова. Встречу организовали активисты Общероссийского народного фронта. Важно, чтобы дойти до каждого человека и оказать посильную помощь. Зачастую люди просто не знают о своих правах, а получив консультацию, легко могут решить свои проблемы. Все вопросы люди задавали напрямую линию президенту Владимиру Путину. На встрече участники получили юридическую консультацию и рекомендации по обращению в Госюрбюро по месту жительства. А заявителей, которые не смогли присутствовать, Александр Пилюков проконсультировал по телефону. Почему малолетних детей... Они включены в приватизацию квартиры, берут налог. Они же сами находятся, ну, как иждивенцы. По гражданскому кодексу, по обязательствам несовершеннолетних отвечают их родители. Поэтому платят родители. Да пока так. Что будет дальше, я вам сейчас не могу сказать. Но я думаю, что вот вы, наверное, по практике у нас как получается? Задают вопрос президенту, проводится какая-то работа, принимаются потом изменения в законодательстве. Кстати, подобный штаб фронтовики организовали впервые. Вместе с ульяновцами пилотное мероприятие прошло сразу в 12 регионах страны. Консультации, по заверению организаторов, продолжатся. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.